26 марта. Я, честно говоря, вообще никогда не выходил на лед так поздно. Людей уже меньше, и все в основном туда, в левую сторону куда-то уходят. Я опять к плотине, в общем, к мосту. Лед пока еще по-прежнему хороший, но уже структура его поменялась. Потому что тепло днем. Плюс 7, плюс 5. Но он все равно еще очень крепкий. То есть возле берегов можно, думаю, ловить будет до апреля. Ну, сейчас займусь поиском рыбы. Не знаю, конечно, большой или маленькой. Поймался окунь. На второй лунке уже. Это хороший признак. Небольшой, конечно, но уже начало есть. Да, в общем-то, лед меньше не становится. Фух. Ну, тут течения практически никакого нет. Дальше начал. От моста дальше начал сверлить. Ну, люди вон в основном сидят по левую сторону, ближе к берегу. Ну, не знаю, может быть, плотву там ловят. Тут пока ничего я не нашел. Кроме ерша и окушка. Но вот здесь вот, на этих лунках, где вот я поймал ерша от второй, ну, я не знаю, ну, метра 4, наверное, с половиной было. И глубина не менялась. Вот практически до сюда. Здесь то же самое, то же самое, то же самое. И вот здесь, вот на этой лунке, глубина уже метров примерно 7. Ну, не знаю, пока тут ничего не клюнуло, но в принципе здесь можно рыбу поискать крупную. Так как тут глубина прям вообще приличная. Ну, сейчас будем пробовать. Не знаю, конечно, что клюнет. Но вот здесь можно побуриться. 7 метров это уже солидно. Не, ну на 7-метровой глубине тоже глухо. Придется, наверное, к берегу опять возвращаться. Прошел тут 4 лунки. Глубина здоровая, а толку мало. Есть жгучее желание вернуться на старое место. А рыбаки начали скапливаться в одной ямке, видимо. Ну вот я поймал эту бестолковую рыбу. Под названием судачок. Гонять надо. Спасать. Бедняга. Мелкий. Ужас. Лучше ты по окушкам был. Ладно. Сейчас выпустим его. Совсем мелкий. Ну что ж, судачок, плыви в свое море. Бестолковый, а? Блин, я думал, макушок хороший. А там вон что. Поймал еще одного ерша. Ну, в общем, сегодня клёва никакого вообще. Честно сказать, не берет она совершенно. Лунок столько обошел, очень плохо. В следующий раз, наверное, уже так. По открытой воде, скорее всего, поеду. Хватит тоже по льду ходить. Одно я понял в этом месте. Раз второго судачка поймал, есть они здесь. Стоят. Так что можно будет взять на вооружение. Ну, хотя бы даже этой зимой, которая придет у нас в ноябре. Можно и летом сюда попробовать приплыть на лодке. Так, место ничего, неплохое. Но сегодня отказывается брать, и все.